Лучший журавль не в небе. Сегодня на проспекте Нуркена-Абдирова появилась новая скульптура. Пару журавлей установили к 50-летию сказочного детского городка. Необычный памятник оценили жители города. Журавли – символ мудрости, долголетия и бдительности. Именно они теперь будут украшать и защищать детский городок на проспекте Нуркена-Абдирова. Скульптура состоит из пары журавлей, что так притягивает к себе взгляды прохожих. Но это современные, двух журавушек привезли. Рада, думаю, наверное, будут оберегать нашу сказку. Почему? Потому что наша сказка нуждается в этой забудь. Ну, чтобы не думали, что это наемно. Ну, что-то новое, какие-то новые элементы в городке должны появляться. И я этим журавушкам рада тому. Я хочу что-то природное. И должны детские городки чем-то отличаться друг от друга. Но на журавлях все не остановится, говорит Галина Сергеевна. В дальнейшем детский городок будет становиться все ярче и красочнее. Главное, чтобы сказочные проекты кто-то финансировал. Имя спонсора журавлей Галина Сергеевна озвучивать нам отказалась. В городе Караганде не нужно трафаретные все детские городки строить. Они должны чем-то отличаться. Вот у нас сегодня появились журавушки. Завтра, может быть, я какие-то камни привезу, какой-то поток, фонтан сделаю. Надо какие-то делать изменения. Полюбоваться птицами можно будет по проспекту Нуркена-Абдирова, 17. Надеемся, что простоит конструкция долго, потому что сделана она из железа. Мадина Алина, Миржан Жумамуратов, Серик Тагаев, Николай Шевелев, 5 канал.